Сургутские учащиеся спели о своей любви к нашей стране. В 18-й школе состоялся конкурс гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Мероприятие проводится с 2015 года и является частью работы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Свои номера исполнили представители 8 образовательных учреждений города. Среди солистов лучшей стала Екатерина Воронова из 32-й школы с песней «Баллада о матери». Среди ансамблей дуэт из 27-й школы с композицией «Родина». Тема этого года – победа в Великой Отечественной войне. И дети, 20 секунд им дается на то, чтобы они рассказали об истории песни, как песня жила, как она появилась, может быть, интересная история об авторах песни. Вот. И затем они представляют саму композицию.